мы с вами разучим круговой баланс и внедрим его в основное движение самбо. Исходное положение. Шестая позиция в ногах. Круговой баланс состоит у нас из четырех точек. Первая точка, когда мы с вами сжимаемся в прессе, копчик подпираем, колени смягчаются. На вторую точку бедра наши начинают двигаться в сторону, да, и мы начинаем вырастать постепенно. Дальше переводим таз назад, полностью вырастаем, это у нас точечка 3. И на четвертую точку мы левым боком двигаемся как бы в сторону, и постепенно наш пресс, копчик, да, все это пресс сжимается, копчик подбирается, колени смягчаются, и мы переходим в точку 1. По сути, мы бедрами рисуем небольшой круг. Один круговой баланс у нас занимает счет 1 и. Попробуем. 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. Теперь повторим все влево. 1 точка. Дальше 2 вырастаем влево. Дальше переводим назад 3 и вправо 4. 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. Теперь исполним круговой баланс из стороны в сторону. На и шагаем вправо и дальше садимся вниз. 1, да, у нас пошел баланс вперед. И на и 2. Мы выполним круговой баланс сейчас вправо. И 2. Дальше на и переносим вес на левую ногу. И на раз садимся вниз. 1. И на и 2 выполняем круговой баланс влево. И 2. Вправо. И 7. И круговой баланс, 2, влево, и 7, 1, круговой баланс, и 2, еще раз, и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Теперь давайте добавим круговой баланс в основное движение самбо. Исходное положение ножки вместе, ручки в стороне. На и шагаем на правую ножку вперед. И дальше садимся сейчас вниз, работает баланс вперед, подтягиваем левую ножку к правой. 1. Дальше во время управления на и 2 у нас будет сейчас работать круговой баланс вправо. И 2. На и вырастаем, мы шагаем на левую ногу назад. И на раз подтягиваем ножку правую влево, садимся вниз, баланс работает вперед. 1. И на и 2 мы сейчас будем вырастать и делать круговой баланс влево. И 2. Еще раз. И 7. Круговой баланс вправо. И 2. Шагаем назад на левую ногу. И баланс 7. И влево. И 2. И 1. И 2. И 1. И 2. И 1. И 2. И 1. И 2. И давайте добавим круговой баланс в движение в сторону. Шагаем сейчас на и вправо.
конечно, раз садимся вниз, баунс вперед работает у нас. Ножку подтягиваем левую вправо. И на и два выполняем круговой баунс вправо. И два. На ивы растаем и шагаем влево. И садимся на ножку левую. Раз, подтягиваем правую. Баунс вперед работает. Раз. И баунс влево. И два. Еще раз. И раз, баунс круговой. И два. И раз, баунс. И два. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. Seven and eight. One, two, three and four. One and two and three and four. One and two and three and four. Five and six and seven and eight. One and two and three and four.